В регионе расширяются горизонты предпринимательства, растет количество граждан, которые, не дожидаясь помощи от государства, принимаются реализовывать свои планы и открывают свое дело. К примеру, жители Рыскуловского района активно принимают участие в развитии своего родного края. Муратбек Бегазиев, житель села Кукдунен, на протяжении уже многих лет занимается развитием животноводства. В этом году планирует увеличить поголовье мелкого и крупного рогатого скота. Сейчас в его христианском хозяйстве насчитывается около 4000 овец и 30 голов крупного рогатого скота. Желание открыть свое дело было большим, но мы не знали, чем заняться. Долго думали. В итоге решили купить скот из колхоза, который находится недалеко от нашего района. Затем построили специальное помещение для скота. Таким образом, свое хозяйство мы открыли в 2000 году, 4 апреля. Весной предприниматель сажает люцерну для того, чтобы зимой кормить скотину. Кроме того, в год до 1000 голов овец откармливают и отправляют мясо на рынок. Муратбек на данный момент трудоустроил 10 односельчан. На своей земле мы и корм выращиваем для скотины. Откармливая скот, поставляем мясо на рынок. Прибыль также пускаем в оборот. Так потихоньку все для народа, для себя. Открыть свое дело, реализовать свои идеи можно не только в больших городах, но и в селах, утверждает предприниматель. Главное не лениться, ставить перед собой цели и работать над ними. Виктория Трегубова, Шыңғысхан Кенесхан, 77 News.